А перед началом интервью мы бы хотели разыграть перчатки, которые нам предоставили организаторы турнира «Битва на Волге-9». Условия очень просты. Мы всегда заканчиваем наше интервью фразой о том, что не спрашиваем про план на бой. А как стоит интервью начинать? Пишите в комменты, автор лучшего варианта получит перчатки. Результаты прошлого розыгрыша ищите в нашем инстаграме. Справа от меня стоит Рашид Вагапов, который только что в очень тяжелом бою одержал победу. Рашид, поздравляю тебя, поздравляю с дебютом. Расскажи, какие мысли после того, как дебютировал в профессиональном спорте? Мысли даже не могу описать ее с вами. Как-то на эмоциях все это. Первый раз очень сильно хотел выиграть. И, альхамдулилля, у меня получилось выиграть. Оправдал надежды отца. Я очень хотел, чтобы он был доволен мной и радовался мной. Альхамдулилля, у меня получилось. Я видел то, что тебя секундировал Омар Нурмагомедов, и что интересно, в третьем раунде ты своего соперника прям в угол свой, не знаю, перевел. Это ты сделал специально, чтобы слушать своих угловых? Не, это получилось как-то случайно, не специально, не планировал. Просто был план повалить и держать, ну, вести бой в партию. У нас все получилось. А слышал вообще Омара, потому что он кричал: «Слушай меня, делай, что я говорю, там голова, корпус». Да, конечно, слышал. Ну, моментом было, не слышал, делал свое. Ну, потом он когда начал кричать, резко перестраивался и делал то, что он говорил. И как он говорил, все получалось. Я очень благодарен ему за все. Ты выступаешь в самом маленьком весе, 56,7 килограмм. Расскажи, думал ли ты уже о будущем? Эту весовую категорию сейчас хотят упразднить в UFC, а для любого бойца UFC это предел мечтаний. Думал ли ты, может быть, начать выступать там в 60 или еще набирать вес и мышечной массы? Пока нет, пока планирую драться дальше, 56,700. А UFC это мечта каждого, конечно, хочет каждый попасть и драться на очень высоком уровне. Ну, а UFC говорит еще рано. Есть другие цели, надо их добить. Ну а переходим в другой вес еще не планировал. Только все начинается, пока нету таких мыслей. И не могу тебя не спросить, есть боец еще один с твоей фамилией, Вагап Агабов. Это не твой родственник, нет? Нет, мы просто одна фамилия. Ладно тогда, я думал, что может быть братья. Поздравляю тебя с победой. Спасибо. Ребята, подписывайтесь на инстаграм Рашида, подписывайтесь на инстаграм Вестника ММА. Смотрите нас, мы не спрашиваем про план на бой. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут новости, топы, обзоры, репортажи с турниров, инсайды и еще много чего интересного. Также не забудьте подписаться на наш новый новостной канал MMA Life. Там каждый день выходят новости и много уникального контента. А если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Мы так на него и не собрали, но верим в вашу поддержку. Удачи!